кто-нибудь задумывался, каково иностранцам жить и учиться в России? Ведь многие студенты Казанского федерального университета приехали из дальних южных стран. Виктория Арефьева, корреспондент студенческого телевидения КФУ, решила снять об иностранцах фильм и отправить его на всероссийский конкурс СМИ про образование 2016. И накануне были объявлены победители, где Вика одержала победу в номинации «Лучший материал студенческого СМИ». Я отправила свой фильм об иностранных студентах, которые обучаются в Казанском университете. Он называется «Моя Россия». Мы снимали его около полугода назад. Было очень весело. Там принимали участие студенты, которые родом из Индии, из Египта, из Китая. Я хотела показать, как студенты, приезжающие к нам в Казань из-за рубежа, адаптируются к новым условиям жизни, к новым условиям обучения, как их принимает университет, какие у них остаются впечатления от учебы и жизни здесь. Они рассказывают всякие курьезные истории, связанные с тем, как им пришлось преодолевать много непростых препятствий, таких как, например, погода, новая еда, новые люди, новые знакомства. Сложности, которые возникали во время съемки. Во-первых, было очень холодно. Что чувствовали в этот момент студенты, которые приехали из теплых южных стран, мне трудно представить. Была метель, мы снимали мальчика из Египта, и он, пробираясь сквозь пургу, должен был задавать вопросы прохожим. Мы снимали скрытой камерой, как бы. Он должен был спрашивать дорогу к какому-то объекту. Мы проверяли таким образом, насколько наши жители города гостеприимны к иностранцам. Это далеко не первый, но и не последний конкурс Вики. Студентка КФУ увлекается творчеством, работает на радио, занимается спортом, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.